Всем привет, добро пожаловать в Алёнка Блог. И сегодняшнее видео я посвящаю яблокам от Нины Ричи. У меня вот такой набор, мне его подарили, вот такой классный. Начну с того, что он очень красивый по внешнему виду. Безусловно, самые ароматы тоже неплохие. И давайте я о них расскажу. Знаете, этот набор у меня достаточно давно, но я долго не могла записать видео о нем, потому что, ну, я, честно говоря, не смогла составить мнение об этих ароматах. Вот, так как для меня они немного простоваты, не в плане того, что я такой сноб, и вот, ой, фу, какие простые ароматы. Просто, наверное, что-то вот не мое, но мне интересно с вами поделиться все равно своим мнением. Я здесь сделала сноски, когда какие яблочки появились, в каком году, кто был первее, кто потом, потому что их дикое количество разных лимиток, нелимиток, в общем, очень много, легко запутаться. Я была с ними не знакома, поэтому да, поэтому я записала. Итак, первое яблоко Нина, и оно вышло в 2006 году. Набор, конечно, очень красивый, вот вы сейчас поймете. Посмотрите, какие они хорошенькие, эти яблочки. Очень красивый набор, как бы как парфюмерный обожатель, парфюмерный любитель. Мне этот набор нравится. И этот аромат. Сейчас я его открою. Обычно такие маленькие наборы, маленькие миниатюры, они очень сложно открываются. Итак, я их пробовала носить, я их разнашивала, я их вдыхала из этих мини-флаконов. Вот Нина для меня, она самая сочная, она самая кислая, в ней больше всего именно зеленых яблок присутствует. Безусловно, это сладкий аромат, это такой женственный аромат и очень юный аромат. Знаете, для меня этот аромат вне сезона, но мне кажется, он подойдет более таким юным девочкам, подросткам. Идеальный аромат, мне кажется, выпускного вечера, школьный аромат. Ну вот, знаете, вот все, что вот... Это может быть реально первый аромат там для 11-летней девочки. И мне кажется, да, он ей понравится, она не будет чувствовать себя как-то вызывающе в нем. Приятный, цитрусовый, сладковатый немножко, легкий, такой воздушный даже аромат. На мне был не очень стойкий, честно говоря. Знаете, мне тяжело судить, потому что я уже привыкла к таким очень тяжелым таким ароматищам. Поэтому это для меня сначала показалось, ой, что это? Это вот, ну... Но потом, знаете, разносив их, я поняла, что да, в них есть своя прелесть в ароматах от Нины Ричи, вот в этих яблочках. Могут быть, да. Следующий аромат, который появился после классической Нины, это Нина Эликсир, и он появился в 2010 году. И он уже более такой мне по нраву пришелся, если можно так сказать. Яблоко уже такое насыщенное, и сам аромат уже более такой насыщенный. В нем наиболее подчеркнуты все вот эти составляющие из первого аромата. Они ярче, они, если так можно сказать, более напористые. Да. Аромат слаще, аромат гуще, аромат такого, знаете, яблока с ягодами, с вишнями. Ликерное такое яблоко, аромат такой уже повзрослевшей девочки от Нины Ричи. Да, здесь какие-то, вы знаете, может быть, немножечко с кислинкой. Она такая уже, знаете, более такая с шармом, более такая кокетка. Набралась какого-то, может быть, опыта, но я не знаю, он уже более интересный, вот честно, вот этот аромат мне показался более интересный, чем вот сама
Нина Ричи. Это значит у нас Нина эликсир в красном таком насыщенном цвете. Так, дальше была Нина Лё. Нина Лё, вот она такая, она прозрачная. Сейчас я вам покажу это яблоко. Вот такое яблоко. Матовое стекло, прозрачное. Судя по оформлению, сразу понятно, что да, это более такая легкая версия предыдущих. Но хочу заметить, что перед ними это вот не вот прям первый, второй, третий. Между ними еще были много яблок, лимиток каких-то. Вот все, что у меня в наборе, я вам говорю вот как есть. Нина Лё очень легкая. В ней присутствует немножко такая водная нота, такая водянистая. Мне кажется, она летняя, она такая морская. В ней уже, наверное, больше каких-то цветочных аккордов. Может быть, белых цветов больше. И вот эти белые цветы, они более дают этому все. Те ароматы были такие фруктово-конфетно насыщенные, с кислинкой какой-то ягодной. Это больше такая цветочная, с водяным таким аккордом. То есть вот на лето, мне кажется, вот этот аромат, если вы реально смотрите вот на линейку Нина Ричи, вот это Валентин Нина Алё, она очень хорошенькая такая. На лето легкая, неудушающая, как, знаете, такая... как шелковый шарф такой полупрозрачный. Вы так его одеваете, и он развивается. Ну, что-то такое. Дальше. Дальше у меня аромат 2015 года, и это лимитка. L'Eau Delices de Nina. И этот аромат был вдохновлен образом клубничной конфеты. Как я понимаю, клубничного вот чупа-чупса, вы знаете, на палочках. И вот такой вот красивый очень флакон, ярко-розовый. Сейчас я вам его... Во! Матовый. Ну, флакон, ну, просто загляденье, просто игрушечка, такой как кайфовый. Очень хороший. Клубника. Соответственно, здесь, да, клубника. Здесь конфетность, здесь сладость, здесь какие-то, не знаю, карамельные, может быть, ноты. Он очень сладкий. Вот для меня он просто вот сахар, 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 клубничное варенье. И все это очень химическое. Но приятное, знаете. Чтобы я такое носила, скорее нет. Я лучше выберу, например, если вот говорим про ароматы с клубникой, Монталь Мукхалат. Там намного интереснее клубника. Здесь клубника такая уже более... более носибельная, более простая, более понятная, если можно так сказать. Я уверена, что у этого аромата есть очень-очень много любителей, но в моем лице он не нашел отклика как такового. И сказать по-честному, вот ароматы, вот эти все яблоки, я считаю, да, они идеальны именно вот для девчонок 11 и плюс, не знаю, до, может быть, 17 лет. Вот они именно легкие, они не принужденные, без всяких там подводных камней. Юные, юные, очень юные ароматы. Девушкам уже постарше, мне кажется, можно найти что-то поинтереснее. Но это мое мнение, а вам не обязательно с ним соглашаться или нет. Ароматы достойны, ароматы имеют место быть, но... Я не плачу. Я не плачу. Из всех из них, наверное, вот только эликсир как-то вот что-то можно, да, попробовать поносить, потому что он самый такой насыщенный, самый загадочный. Нет, не загадочный. Ну, какой. На этом все. С вами была Аленка Блок. Я надеюсь, вам понравился мой мини-обзор на Нину Ричи и ее яблочки. Прекрасные миниатюры, очень красиво оформленные. Ароматы для меня мимо, к сожалению, ну или к счастью. Но они найдут своих, конечно,
почитателей и любителей. Пишите, пишите, если вам нравятся ароматы Нина, какие вам нравятся ароматы Нина, потому что их очень много. Может быть, у меня в наборе, естественно, не все. Может быть, есть какие-то и красивее, и круче, и ярче, и так далее. Всем пока. Чао-чао. С вами была Аленка Блок. Пока.